Всем доброе утро. На том же месте, в том же час. Иду на море смотреть. С утра, как всегда, хорошо. Ни ветерка, ни задоринки. А потом, не знаю. Здесь погода меняется каждые 2 часа. Море шикардос. Смотрите, какое классное. Даже не буду загадывать, пойдем гулять, не пойдем, потому что потом поднимется ураганный ветер. И все планы нам перебьет. Замок наш. Все, в принципе, как обычно. Сверху так все красиво, правда? Ну, а я, как всегда, иду на работу. У нас сегодня уже пятница. Завтра еще денечек, и все, и буду выходная. Она... Классно. А у вас, наверное, уже завтра выходной. Здорово. Люблю выходные. После работы особенно. А так иначе смысла нет, да? Когда не работаешь, и все дни выходные. Такие вот у нас дела. Эти маленькие улочки, проулочки. Цветочки. Как всегда. Наработалась. На улице ветер такой. Тут в камышах ветра нет. Хочу сейчас поехать в Алькампо. Нужно кое-что отксерить. Ксерокс, во, всю дорогу вспоминал. Думаю, что же он такой, как он называется? По-испански импрессора. Думаю, как же, принтер, не принтер. Ксерокс, и сейчас вот только вспомнила. При переезде куда-то кабель потерялся, который от... То есть я могу делать копии, ну, с листа, допустим. А если хочу с телефона или с компьютера, то уже все. Этого кабеля нету, который подсоединяет. Я хочу в Алькампо заехать. Посмотреть. Правда, я не совсем еще врубаюсь, какой кабель нужен. Ну, там, наверное, написано будет. Даже если он не подойдет, то его можно поменять. В общем, посмотрю. Тут у нас далеко, далеко, далеко. Пасутсяко. А тут пойду. Там хотя мужик какой-то. Тяльбама. Какой-то непонятный мужик. Или понятный, что ли. Тут вот пастух. И что-то еще мне нужно было. А, мне еще нужно, хотела шампунь посмотреть. У меня что-то голова начала чесаться. Вши, скажите. Нет, не вши. У меня так было уже прошлой весной. Вот, видимо, как-то с весной обострение или что-то. В общем, у некоторых, у многих на голове выходит как аллергия. У меня у клиенток тоже замечала. Вот, кожа становится чувствительная на голове. И, в общем, зуд какой-то появляется. Ну и потеем больше, начинаем потеть. В общем, у меня шампунь покупала от Виши, очень хорошая. Она именно для вот такой, для чувствительной кожи головы. Господи, такой псин идет за мной. Вернее, он даже не за мной, наверное, за моим чадом. И вот хочу посмотреть. На этом, наверное, мои рассказы закончились, потому что здесь ветер очень сильный. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаю туч. У нас ветра задолбали уже. Если бы не ветра, была бы погода замечательная и тепло. Но нет же, дует гад. Мы-то так обрадовались на той неделе, тогда, вы помните, 26 градусов было, ой, все, весна, ага, фигушки. Еще не весна, все, ветер, видите, как... Стала я над этими кабелями, скажем так, и ни хрена я в этом не понимаю. Для меня они какой-то все одинаковые. Хотя вот это, может быть, и подходит, фиг его знает. А, вот смотрите, смотрите, смотрите. Слушайте, он стоит всего 2 евро. О, как вы мне помогли. Я вот, наверное, возьму его, вот что-то, потому что вот это что-то похожее. Кабель USB-2 для принтера, видите? Так, посмотрим. И 2 евро не так уж и много.
Слушайте, я стояла тут минут 15, смотрела, говорю, возьму камеру. Взяла камеру и сразу нашла. Блин, пипец. Все-таки камера великое дело. Видите, камер как здесь мало, совсем нету. Я бы хотела себе уже новую камеру. Но пока не до камеры. Вот тут всякие штучки, дрючки. Ну, мы, конечно, взяли все, что пойду за молоком. Молоко мне еще надо. Телефоны, в общем, молочко надо и яйца. У меня муж вот уже который день требует с меня флан. А я все ленюсь и ленюсь. Вот, а хотя его делать там 2 секунды. Кстати, если хотите, у меня есть рецепт на канале. Вот. И сейчас ему, наверное, вечером сегодня забацаю фланчик. Пускай побалуется. Уже к пляжу, смотрите, холодильники. И сидушки. На улице холодно, а тут уже сидушки вовсю продаются. Так, что за молоком? Как же, вот шампунь, Таша, тоже надо. Так, это что у нас тут такое? Это у нас шампунь тоже. И тоже кальманты. Усов шампунь, крем осенний, спорный. А, без пены. Интересно. Вы когда-нибудь пользовались шампунем, который не пена, без пены? Тоже успокаивающий. Кремовый шампунь без пены. Обалдеть, я такое еще не видела. Я брала вот такой вот. Я, наверное, вот такой возьму. Стоит оно 16 евро. Видите, успокаивающий шампунь без сульфатов для чувствительной кожи головы. Для поврежденных и сухих волос. В принципе, у меня такие они есть. Так что вот такой возьму. Тут тоже всякие Кабео Сейко шампунь. Ну вот это вот классно. А еще вот эта марка хорошая. Тоже хорошая. Но я вот этим уже пользовалась, и оно мне очень нравилось. Так что вот так мы его берем. Отхватила себе кусок пиццы. Из красной свеклы сделано. Масса вообще вкусная. Смотрите, они какие. Как бомжата. Это англоговорящие люди. Живут они в какой-нибудь фургоне. Не знаю, такие чумазые ходят. Ужас. В общем, пицца вкусная. Только что сделанная, горячая. Вообще сегодня в Алькампо что только не дают. И кофе. И вон всякие эти. В общем, видите, все кофе пьют. Кофе я не пью. Тут я не знаю, что это такое. В общем, я возьму, попробую. Я это пью, кстати, кофейный напиток. Поэтому, видите, там пиццу, йогурты раздают. Пришел в магазин, поел и ушел. А я пить хочу. Пиццу поела, теперь пить хочу. Не знаю, воду пойду, воду обычную возьму. И все. И буду жить спокойно. Пришла домой. Первым делом сейчас пойду белье сниму. Пока оно мне там совсем не улетело. Тут, в принципе, я вам все показывала. Там еще бананы, дыньку себе сейчас взяла на ужин. Такая маленькая. И она пахнет. Я там все перенюхала. Вот это вот самое маленькое пахло. Они у нас идут, знаете, почем? Ой, ровно. А, нет, не ровно. Евро 99 килограмм. Евро 66, вот такая малюсенькая. Вот что тут еще вкусняшки, какие вкусные. Ну, шампунь. Да больше никакие. Молоко, яйца. Так, пойду наверх. Снять белье, а то, блин, то ли успокоится ветер, то ли наоборот поднимется, непонятно. Белье нафиг, все улетит. Вот. Я его сегодня, хотя не знаю, высохло оно или нет. Потому что повесила-то я его в 3. А время-то 8 час. 5 часов. В принципе, с ветром должно высохнуть, да?
И вот, и буду отдыхать. Ну что, друзья, я гений. Какой-то шнур за 2 евро меня спас. А вы знаете, я такая дурочка. Я бегала. В общем, мне нужно было... Ну, мне кажется, опять забыла, как называется эта штука, которая копию делает. Ну, в общем, вы поняли. Я ходила даже к другому, потому что я думала, что я не смогу никакой шнур найти. Ну, я же в этом как бы думаю, что я не разбираюсь, а оказывается, я еще офигенно во всем разбираюсь. Вообще, техникой я влады, поэтому как бы для меня это ничего нового. Вот, ну а тут шнуры, а тут с первого раза я вообще, я гений. С первого раза, это вообще у вас так получается? Не у всех так получается, у меня получилось, представляете? Такая умная, что я сама себя офигеваю. Мне, кстати, нужна была... Во-первых, мне нужно кое-какой документ отпечатать. Потом мне еще нужно отпечатать... Скоро же меняется время у нас. И часы работы нужно поменять мне. Моя гардеробная нужно разобрать. Белье, которое постирала. В общем, нужно поменять время работы, тоже распечатать, потому что я искала с прошлого года, почему-то не нашла. Не знаю, куда оно либо выгорает, тоже, наверное, выбросила. Вот. И все никак, думаю, ну, я не справлюсь, я не найду, надо опять к специалисту. Но глаза боятся, а руки делают. Знаете? Здрасте, пиши. Ну и что? Ну, видели? Вы видели? А? Ну, вы видели это его любви? Он как меня с камеры видит, так ему сразу надо бежать целоваться. Вот, что хотела сказать. Я, у меня же, помните, я страховкой-то бегала, все ходила, узнавала. Я уже третий день страховкой этой воюю. Ну, не то не воюю, а переговоры веду. Вот, значит, хорошая страховка, ля-ля-тополя, все там она в себя включает, но здесь, как говорится, знаете, как на рынке, не поторгуешься, не выиграешь. Вот через мужа причем все. Он там, значит, ему говорит, он мне говорит, такую-то сумму, я ему говорю, мужу говорю, нет, это дорого, скажи, что я нифига не, мне не надо, пускай делает мне дешевле, нафиг мне все это надо, убери, мне нужно стабильно, просто обычную, чтобы меня не... ну, не остановили, не штрафанули за то, что я без страховки. Значит, муж ему тому передает все, вот, по телефону все. Значит, тот говорит, он ничего не может. Я говорю, ну, значит, я ухожу от него, пускай он это, сам себе запихает эту страховку в одно место. Значит, муж и тут все у меня уговаривают, да ты что, это там столько всего включает. Вот, столько всего это, вдруг что авария, я говорю, сколько аварий я в этом году сделала, ни одной, говорю, так что не надо, ну зато муж две, я ни одной, а страховка на мое имя, я ни одной, зато муж две. Ну и в общем, уговаривала, на 40 евро мне дешевле сделал, вот, а дело в том, что он уже муж в аварию попадал, и поэтому мне должны были повысить страховку. Вот, неважно, кто виноват. В общем, повысили там, типа он повысил, но потом он мне эти 40 евро снял. В общем, вышла мне страховка в 280 евро. Там она все включает, и сколько это денег вдруг, если что со мной случится. Ну, они деньги, они мне нафиг, они нужны-то. Чтобы муж припеваючи жил тут, да? Вот. И вот такие вот у нас, значит, пироги. Кстати, мне нужно ее отпечатать, что я ее вырубила-то. В общем, все, страховка. А смотрю, он мне, значит, присылает, что там включается, и смотрю, имя мое Оксама, не на, а ма. Я говорю, что за фигня, говорю, пускай переделывает, говорю, а потом, потому что я такой человек, у меня все должно быть чики-пики. Потому что потом вдруг что? Страховка начнет придираться к каждой букве, к каждой мелочи. И скажет, что это тут имя, не ее. Вот, потом номер...
у нас как здесь? Ну, как паспорт, паспортный номер, да? А у нас на карточке такой вот, где твои данные, там тоже есть номер. И гляжу, там буква, еще одну букву мне прилепил, которая тоже там несуществующая. Я ему сказала тоже, говорю, вот эта буква тоже не должна здесь быть, потому что, говорю, потом, если что, придерутся ко всему. В общем, он опять, ты мне пришли свой номер, свою фотографию своих прав, и вроде оттуда я сделаю. Кстати, у меня через 2 года права нужно менять, представляете, уже почти 10 лет пройдет, 8 лет я уже езжу на машине, обалдеть, я думала меньше. Время так быстро летит, офигеть. Через 2 года, а как их менять? Просто едешь и меняешь? Или какой экзамен надо? Что-то я уже и не знаю даже. В общем, вот такие пироги. Я со страховкой катаюсь, хотя страховка у нас уже с 19 числа идет. И главное, он такой, он нам сделает подешевле, и типа он комиссионно себе не возьмет. Такой муж наивный вообще. Прям, конечно, он бесплатно будет делать. Ага, за красивые глазки. Конечно, он свои комиссионные возьмет. Все у них там схвачено, за все заплачено. В общем, вот такие дела. Ну, я гений, ну, посмотрите, шнур. А все благодаря вам, представляете? Без камеры ходила, говорю, минут 15-20 я там на них смотрела. Как камеру взяла, думаю, вот этот, по-моему, подходит. И подошел. Всего-то делов-то... А я целый год, представляете, без этого. А ходить, а тоже... Ходить куда-то искать, это так неудобно. А документы постоянно нужно, копии какие-то делать. Или вот, допустим, на почту мне постоянно высылают какие-то там тоже документы. Их тоже нужно распечатывать. И я вот ходила, там у нас один был, он, значит, один, ну как, магазин книжный. И там вот они копии делали. И там тоже с почты, ему на почту пересылаешь, и он вот так делает. Но это такая морока. Уж дома-то лучше, раз вставил. Так что вот так, я очень рада. Кстати, дыньку съела, такая по... Как бы это культурно сказать-то? В общем, невкусная дынька была. Так и пахнет, мягкая, все, сочная. Как трава травой. Конечно, что тут в январе... Ой, в январе каком, в марте уже. Но все равно, как-то я не знаю. Машинка постиралась. Завтра опять машинка еще одна. Вот так и живем. Чуть ли не каждый день стираем, да? Да? Такой, такой сладкий. Такой сладкий. Такой мальчик мой. Мальчик мой. Мой малыш. Где же? Ой, любовь такая. Любовь такая неземная. Блин, у меня сегодня никаких нету. По телеку нечего смотреть вообще. Ну все, хватит, Чарли. Дай с людьми пообщаться. Ну вы смотрите, как схватился. Как в последний раз видимся. Нечего сегодня по телевизору посмотреть. Пойду. А, я там заварила себе чернослив. Все, покушаю чернослив на ужин. И все. Ну, вот дыньку съела. Невкусную. Совершенно невкусную. Я прям, знаете, такая ее разрезала. Говорю, сейчас 2 съем. Ну, 2 половинки целую дыню. Фу, она такая назад. С медом. Знаете, как если дыня невкусная, ее медом поливаешь, и она очень вкусной становится. Ну, или сахаром. Но лучше медом, он более полезен. Ну и все, наверное. Пойду я сейчас купаться, умываться. Голову буду завтра мыть. Часто голову... Ой, блин, что нажала? Это не то все. Что-то нажала, сама не знаю, что нажала. Вот дурак. Тут понаоткрывала себе все на свете. Сериал сейчас смотрю. Знаете, какой? «Неслучайная встреча», детектив. Очень, кстати, неплохой. Интересный. Кому детективы нравятся? Мне-то не очень нравится, но прямо этот нормальный. Не случайная встреча, а русский. Я люблю русские сериалы. Не знаю, кто как другой. Ну, что-то нажал, сейчас что-то будет вылезать, непонятно что. Ладно, буду разбираться и прощаться с вами до завтра. Завтра у нас субботний рабочий день. Самый трудовой у меня на всю неделю. А у вас, наверное, выходные. Приятных вам выходных, всего вам наилучшего. Не болейте, пейте витаминчики. До завтра всем и пока-пока!